Приветствую вас на канале Red Cat. В этом коротком видео я хочу сделать важное сообщение для поклонников канала Брайса. Дело в том, что YouTube заблокировал этот канал, точнее удалил. На канале было 141 тысяча подписчиков на начало ноября, и вот что теперь вы можете прочитать на канале. Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение. Сам Брайс не знает, в чем проблема, но, судя по всему, это из-за того, что были ссылки на сайты по заработку робоксов. На этом очень многие каналы уже погорели и их заблокировали. С Брайсом я только одно видео снял. Мы снимали девочки против мальчиков в Adobe Me. Кстати, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ну а также у меня есть хорошая новость. Здорово. Брайс сейчас сделал я вам покажу, новый как... канал, он называется Брайс Роблокс, и ссылка тоже будет в описании под этим роликом. Думаю, что скоро Брайс сам расскажет, что с ним случилось, так что следите за его каналом, смотрите, что и как, я думаю, он сам лучше расскажет. Еще раз хочу обратиться ко всем ютуберам, кто пиарит, скажем так, сайты по заработку робоксов. YouTube это не любит, это нарушение его правил, и за это он может вам кинуть либо же страйк, либо же удалить канал, поэтому не шутите с этим. На этом пока все, спасибо, что смотрели, до новой встречи на моих каналах, всем пока!